Конференция и вручение премии в области туризма World Travel Technic Awards может пройти в Башкортостане. Реализацию проекта обсудили в региональном правительстве премьер-министр Андрей Назаров и основатель конкурса Грэм Кук. Международное мероприятие планируют провести в онлайн-формате в январе следующего года. Программа рассчитана на 2 дня. Ожидается большое количество участников мирового и российского уровней, а также представителей правительства России и Ростуризма. По словам Грэма Кука, в Башкортостане работает сильная команда, понимающая современные технологии и тенденции. И они готовы оказать поддержку республике, чтобы сделать Уфу новым мировым туристическим центром притяжения. Мы с своей стороны понимаем, что мы становимся с вами не только партнерами и коллегами, но и, в общем-то, будем бесконечно признательны вам в том, что вы помогли Башкортостану продвинуться на международном уровне. Башкортостан на самом деле уникальная территория, но в некотором смысле еще недооцененная на мировом уровне. И, в общем-то, с вашей помощью мы надеемся это сделать. Премия World Travel Technic Awards, или еще ее называют туристическим Оскаром, была учреждена в 1993 году. Ее вручают более чем в 80 номинациях: лучшие отели, авиалинии, туроператоры, города, курорты, достопримечательности и так далее. Победители определяются голосованием среди туристов и специалистов туриндустрии.